такую штучку мы будем ставить. Такие фонари будут освещать с двух сторон. Нет, они выходят отсюда. Да нет смысла пыляться. Ну вот так только. Давай, вот это вот обрезанный еще. Она сильно, блядь, высокая. Один на крышу светит, один сюда, на квадрат. Одна здесь внутри, в зависимости от того, как будет складываться ситуация. Видишь, как он светит ярко? Угу. А, нормально, херачит. А те пиздят, блядь. Это ночью будет включать. Да, они тоже хорошо светят. А, вот, у да. них направленное действие. А так. Ну по-другому уже нет смысла. Ты боишься, что не будет работать? Я боюсь, что не сломать пол. Да не, ну ты че? Станет, тогда уже будем дальше. В общем, все доделано. Теперь мы будем спокойно на ночь оставаться. Приучим сейчас в темноте. И все будет замечательно.